глаз небесных глубина. Мне нужна, как ветру, волна. Мы где-то вот в каком-то, мне кажется, гнезде, я волшебная птица. А оказались мы здесь по моей прихоти, потому что сны, они летают где-то высоко, вот так же, как мы сейчас забрались. Каждую ночь вижу я сны, сны обо мне, тебе, любви. Сон, который приснился Ане Плетневой, лег в основу сериала «Сны», поэтому мы снимаем клип. У меня очень часто такое происходило, что я видела человека во сне, у меня с ним происходили какие-то даже события совместные, потом просыпалась и начинала скучать по этому человеку, потому что мне уже как-то вот его не хватало. И через какое-то время я встречала, так я встретила, кстати, свою любовь.